Опа. Эй, земляк, чё? Сигареты есть у тебя? Не, не курю. А чё ты важный какой-то? Куда? Подожди, что ты? Чё-то, может, какой ты важный надо, какой-то, а? С пакетом такой, да. Чё-то купил, что ли, да? Вон ты видишь, что ли? Что я не вижу? Слышь, вот. Ты сейчас сам у меня видеть перестанешь. Давай, что мужик, это такое? Читает, что ты купил? Консоль это старая уже, не новая. Xbox 360. Xbox в игры играть, да, я знаю. Вот. А чё она у тебя в пакете? Что ты тут ещё у тебя? Что? Давай сюда. Что? Болванки. Forza Горизонт. Да. Ты чё, пиратскую консоль, что ли, взял? В пакете её несёшь? Там он мужик всем продает за 10 штук, короче. Там торговаться не надо. Диски вон дал еще заодно. Чтобы то есть ты просто, так... чтобы за игры не платить, отдал хер знает кому свои деньги? Че, лох, что ли? А он из интернета. Слышь, ты здесь вообще громкими это... словами-то не разбрасывайся. А, братюня? Че? Ты вот скажи мне, я нормальный человек? Или я, может быть, на лоха похож? Да не, нормальный. А знаешь, почему я нормальный? Потому что у меня лучшая в мире консоль, и я ее использую по полной программе. Ты хоть представляешь себе, во что ты вообще вляпался? Вообще, чего ты себя лишаешь? Где ты оказался, ты понял? Я тебе сейчас объясню. Мы с братюней облатили лайф. В Герзу играем вдвоем. У тебя что, вообще нет, что ли, друзей? Или все да такие нет, же жадные нет, мудаки, есть, как хорошо. Ты? Что, никто за игры есть. Платить не хочет. Так там о вас тоже подумали, ты не беспокойся. Каждую неделю скидосы, распродажи. Вот недавно был Ассасин бесплатный, Герзы будут скоро. Этот, про зомби, как игра называется? Dead Rising. Dead Rising, все ты знаешь. Пойдем тогда. Пойдем. Раз ты такой умный, пойдем. И за лоха себя не держишь. Пойдем. Вот это видишь? Пойдем. Вот это вот. Мусорка. Вот иди. Иди в мусорку. Выбрасывай. Что, блин, рот закрой свой, выбрасывай. Что такой грустный? Что ты такой без грустный? Денег теперь. Все без денег. Консоли. Я у тебя что, мелочь, что ли, стреляю? Ладно, так-то не грусти. Что такое? Вот тебе карта моя. Че? Иди и купи дай себе консоль. Куда ты сейчас идешь, скажи мне, пожалуйста. Консоль брать. Куда ты идешь? За угол опять? Не, в магазин, там, чтобы лицензия была. А зачем она тебе? Там, ну, друганами в игры играть. Чё? Ну все, все ты понял. Смотри, какой умный. Давай, пошел. Я тебе сказал.